дачной скрипучей веранде весь вечер царит оживление. Глазастой художницы Ванде случайно сползались с воскресенья. Провизор, курсистка, певица, писатель, дантист и девица. «Хотитель вина или печенье?» – спросила писателя Ванда. Подумав о жестоком смущении, налезла огромная банда. «Пожалуй, настолько баранов, не хватит ножей и стаканов». Упорно жевала, косясь на остатки от торта. Решила спокойно и вяло, буржуйка последнего сорта. Девица с азартом макаки смотрела писателю маки. Писатель за дверью на полке, не видя своих сочинений, подумал привычно и колко. Осталось и стал в отдалении, насунувши гордые руки в тряковые синие брюки. Провизор влюбленный и потный исследовал шею хозяйки, мечтая в истоме дремотной, ей-богу, совсем как из лайки. Оу, если б немножко потрогать и вилкою чистил свой ноготь, певица пускала рулады все реже и реже и реже. Потом, покраснев от досады, замолкла: не просят невежи, мещане без вкуса и чувства, для них ли святое искусство? Наелись, спустились с веранды к измученной пыльной сирени. В глазах умирающей Ванды любезность, тоска и презрение. Свести их к пруду или беседку, спустить ли с веревки валетку?